Дорогой Кристиан, сложно поверить, что сегодня ты последний раз с нами. Нам тебя будет не хватать. Я знаю, что Гейрингер — это вроде как бы и не центр мира, пап, но здесь спокойно. Это дом. Мы ведь уже все решили. Все будет хорошо. Может, ты начнешь обращать на меня больше внимания, чем на эту гору? У вас там все в порядке? Да, все хорошо. Только пара датчиков странно себя ведет. Уровень грунтовых вод резко упал. На 4-й и 5-й. Потом мы потеряли связь. Мы говорим о 80-метровой волне. За 10 минут от Герингера ничего не останется. Пап, что случилось? 10 минут. Мы успеем. Кристиан, нет! Увези Юлию в безопасное место. Где мама и Сандре? Папа сейчас найдет их.